Теперь, глядя на улицу, можно с уверенностью сказать, в Ижевске наступила настоящая зима. Сильный снегопад, который начался рано утром, это вестник средиземноморского циклона. В его эпицентр Удмуртия попала сегодня. И по данным синоптиков, за день выпала 10-дневная норма осадков. Сегодня утром всех автомобилистов ждала внеплановая зарядка. Им пришлось изрядно постараться, чтобы очистить авто от, как всегда, внезапно выпавшего снега и выехать со двора. До обеда город больше напоминал один большой сугроб. Магистрали скованы пробками, пешеходы спешат, пробираясь сквозь сугробы. Минут 20 мы чистили машину от снега. Ну, Удмуртская здесь, Удмуртская, Советская, перекресток, горочку там немножко есть, у церкви-то. Вот там сегодня пробка была, фуры не могли подняться. Ну, снег, если пойдет, то это тяжко будет ходить. Тяжко. Центр хорошо. Проездные дороги почищены, а пешеходные не почищены. В обед снег успокоился, и на дорогах появилась снегоуборочная техника. На борьбу со стихией отправилась 131 машина. Поле боя более 1000 километров дорог, не считая межквартальные. Это, говорят в администрации, двойная норма. Так, в бесснежное 30 ноября ночью работали всего 53 машины, а днем 96. Если мы посчитаем количество техники на квадратный метр автомобильных дорог, тогда у нас в целом, если взять все межквартальные, межквартальные проезды, мы превышаем 10 миллионов квадратных метров, и посчитать, сколько квадратных метров занимает одна автомобильная дорога, говорить о том, что ее можно увидеть всем, тоже как бы очень сложно. Уже утром за 3 часа произошло 26 аварий. Как утверждают в ГИБДД, все они никак не связаны со снежными дорогами. Однако водителям советуют быть осторожнее и соблюдать дистанцию. По состоянию на 2 часа дня зафиксировано 64 дорожно-транспортных происшествия. ДТП, связанных с дорожными условиями, на данный момент не зафиксировано. Все происшествия произошли в силу невнимательности, превышения скоростного режима, несоблюдения дистанции. Следующий снежный заряд гораздо меньшей интенсивности ожидается завтра, во второй половине дня. Начиная с 6 декабря и до конца недели вероятность снегопадов минимальная. Немного подморозит, и такого обвала, как сегодня, уже не будет, считают синоптики. Яна Городилова, Илья Дерендяев, телеканал «Моё Удмуртия».